Гродненские таможенники задержали партию незадекларированной парфюмерии и посуды. Автомобиль Mercedes-Benz следовал из Германии в Туркменистан. На территорию ЕАЭС машина въехала через белорусско-литовский участок границы. Во время досмотра таможенники обнаружили, что по факту в грузовом отсеке, кроме указанных товаров, было еще свыше 2500 единиц посуды и парфюмерии. Стоимость лишнего груза составила более 100 тысяч рублей, а сумма необходимых таможенных платежей – порядка 10 тысяч рублей. В данном случае недостоверные сведения о грузе могли стать основанием для занижения размера уплаты таможенных платежей на сумму порядка 10 тысяч белорусских рублей. По факту недекларирования товаров в отношении литовского перевозчика Гродненской региональной таможни начат административный процесс в соответствии с частью 1 статьи 15.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Согласно санкции статьи, ему придется уплатить штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.